Снова всем привет! Снимаю продолжение по снегоходу, очередные доработки. Сейчас хотел бы показать вам, и видео будет не просто показательное, а еще и вопросительное. Кто сталкивался с этим, не сталкивался, делал, не делал. И я так понимаю, в К6А не заморачивается особо по этому поводу, но то, что касается матизов, есть проблема по поводу износа вкладышей. Я бы не хотел через 2 сезона менять вкладыши. Я надеюсь, все-таки это проект будет довольно-таки долгий. Поэтому я думал об этом и по совету одного человека я сделал распорку от вариатора до коробки. Смотрите, как это выглядит. Сделал я вот такую распорку. Как ее грамотно показать? Наверное, грамотно только вот так вот. То есть здесь вот на оси, на вариаторе, на болту, втулочку под 12, шайбу, подшипник, внутренний диаметр под 12, обойму сварил, распорку от классики рулевой, правая-левая резьба, контрагайка, гайку здесь привариваю, здесь гайка тоже приварена к вот этой вот балке. Чуть-чуть отрегулируется, немножко прям натяжку. Практически натяжку-то я вот и не делал. То есть просто распер, когда будет ремень тянуть вариатор, то он уже не сдвигается. То есть раньше, когда я ехал, я видел, что когда газ даю, или в принципе, когда стоит газ даешь, вариатор уходит вправо, смещается. Можно, конечно, сделать на двигателе распорку, на раму, тогда он не будет смещаться. Но вкладыш-то все равно нагрузка идет на вариатор, поэтому я сделал распорочку. Не моя придумка, человек мне скинул, мне понравилось, я решил, что так же сделаю. Распорку я сделал только вот на коробку по жесткой сцепке. Вот вопрос, в общем-то, заключается в этом. Кто что делал, делал ли на жесткой сцепке, правильно ли это или нет. Потому что вот сейчас я поездил вчера. Видео про расход топлива я снимал уже с этой распоркой, то есть я с ней ездил. Так что километров 20-15 она точно прошла. Все работает. Мне очень нравится. Сейчас я его запускаю. Он работает вообще сейчас очень хорошо. Никакого биения. Даже на сбросе газа тихонечко затухается и все. Немножко прям. Сейчас продемонстрирую. Биения вообще нету. Вот просто трогаю, вообще нет. Видали? Все класс. Биения вообще нет. Я доволен. Сейчас буду кататься, экспериментировать, ездить. И я думаю, что все будет классно. Он меня теперь точно не подведет. Теперь при езде я чувствую, что вообще вибрации нет. Вибрации нет, значит, все класс.